Новогоднюю программу в Ленинском мемориале Ульяновска откроет хоровод вокруг большой елки с Дедом Морозом и Снегурочкой. Главным действом праздника станет увлекательное путешествие за Новым годом в Тридесятое царство. 15 декабря прошел генеральный прогон спектакля, который был представлен на суд Художественного совета Ленинского мемориала. Спектакль есть, спектакль будет. И такие спектакли уже, наверное, шестой год делаем. Такие спектакли объединяют как бы и взрослых, и детей. Юные ульяновцы увидят сказочный спектакль про смелых ребят Машу и Гошу, которые по поручению Деда Мороза отправятся спасать Снегурочку и новогодний праздник, похищенные Кощеем и Бабой-Ягой. Не оставит равнодушными ни детей, ни родителей. Наши зрители маленькие детишки, и даже самые отрицательные персонажи, они у нас немного смешные, немного добрые. И это помогает, наверное, детям как-то проникнуться тоже, пожалеть нас. И в конце, когда Дед Мороз нас прощает, я думаю, детишки тоже рады, что и у злого Кощея наступает Новый год. На празднике будет множество сюрпризов. Для этого задействуют 3 этажа Ленинского мемориала. Резиденция Деда Мороза откроет свои двери для юных чтецов. Кинозал «Мультик-пультик» доставит удовольствие от встречи с любимыми мультипликационными героями на экране. Ребята смогут сфотографироваться с символом года – петушком Пети, посоревноваться на игровой площадке для детей «Разбегайка», посетить салон для маленьких красавиц «Блестка» и сделать новогодний подарок своими руками в творческих мастерских. Свои зимние фантазии дети могут выразить в рисунках на стене художеств. В финале – зажигательная дискотека. Ирина Антонова, Юрий Конихин, новости Ульяновской правды.